букашечка. Опа, 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 оп, 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 чита, оп, е. Всем привет, с вами Чибиси, и сегодня мы поиграем в игру Пикунику. Игра от разработчиков Devolver. Ну, может быть, там, конечно, как-то по-другому это все работает. Но получается, что, типа, от создателей Ганджина. У нас тут есть приключения, кооператив, настройки, понятно. Ну, давайте начнем играть. Посмотрим, что она из себя представляет. Если я правильно понял, по первым 3 минутам ролика Куплинова, эта игра очень достаточно похожа на Вупа. А это значит, что у нас есть Вупа-заменители, идентичный натуральному. Ну, мы сейчас это проверим. Эй! Пс! Иди сюда. Дам что-то. Угадай, что? Дизлайк. Бабосы! Да, абсолютно просто так! Деньги! На халяву! Бесплатные деньги! Давай объясню, в чем тут суть? Твой город наверняка завален мусором под самую крышу. Уже и плюнуть некуда. Почему это мне так напоминает Локуроку? Мои роботы прилетят к тебе в гости и заберут все лишнее барахло. Тебе даже вставать не надо. Вау. Они даже заплатят за твой хлам. Приезжайте ко мне в квартиру, а? Просто деньги. Не веришь мне? Тогда послушай отзывы. Халявные деньги просто так, честно. Вот видишь, я же говорил. Не мешай огромному роботу, если вдруг увидишь его над своей деревней. Богатей вместе со мной. И никогда не забывай. Ты просто прелесть. Ой, спасибо. Веселое начало игры. Юмор в этой игре уже хороший. О, дивный новый мир. Sunshine Incorporated. О! Основная цель, проснись. Куда жать? Эй! О, порядок, с пробуждением. Можешь пошевелиться? Ну это Локурок Рилли, я вам говорю. Смотрите, оп, тарарара. Чебурда, ту-ту-ту-ту-ру-ту. Чебурда, ну вы поняли, кто играл. Так, а прыгать на что? Ага, ясно. Это Локуроку с ножками. А это Навстабук. Найс. Прости, что разбудил. Пора боже выспаться за столько времени. Наверное. Сходи-ка воздухом подыши. А ты не пойдешь? А ты кто вообще? А давай так, а ты не пойдешь? Как выбирать? Я не могу, я же призрак. Я там погибну. Найди выход. Окей, а что тут у нас? Оп-оп-оп, чё? Ух ты, чё я могу делать? Видали? Пока ничего не понимаю, что происходит, но я думаю, дальше мы поймем. Какой хрупкий, однако, булыжник. Пни его. Зачем он такой? Почему? Зачем? Как его пинать? На какую клавишу? Ой. Ой. Это что такое? Утренняя зарядка вместе с Пикунику. Ну, бывает. Где тут секретка? Я знаю, тут должны быть секретки. Это же ведь Локуроку. Грибы даже такие же, ну. Плагиат! Ну ладно, ладно. Мне нравится, что тут так все проработано, столько всяких каких-то... На! Каких-то эффектиков, еще чего-то. Осторожно, тут все на соплях держится. Да я вижу. О! У вас реально все на соплях держится, ребят. А моча-моча будут? Ну все, пора идти. Удачи тебе там. Тепло одевайся. Открытку пришли как-нибудь. Ну ладно, пришли тебе открытку. Как я могу тепло одеваться, если я шар? Что я на себя надену? Шаровой шарф?
Шара-шарф. Ха, я всех обманул. По-любому сюда идти нельзя, а я пойду. Что? Шо? Нужна лампа какая-то. Ну, понятно, сюда не запрыгнуть. Блин. Покатились! О, там секрет, да? Ну блин, это ж прям как в Локо-Роко. Что тут у нас? Хи-хи, букашечка. Опа, 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 оп, 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 чита, оп, улетел. И чё? И что это дало? Какой в этом смысл был вообще? Я понял, это муи-муи. Ну, чё я туплю-то, а? Ну, не догадаться-то. Покатились! О, какой веселый пугало. Чё тут у вас, пацаны? О, с птицей можно говорить. Привет. Добрый день. Ясно. Эй. Как дела? Да, норм, зависаю тут. Пугало не пугает? Да я тебя умоляю, это я его пугаю. Ладно, я понял. Опа, опа. Блин, мне нравится, что можно кататься. Я сломал мост. Ну, надеюсь, мне ничего за это не будет. Опа. Это кто такие? Это шароблины. Будто зашуршало что-то. Где? В поле-то? Да расслабься, птицы. Ну, не знаю, звук был такой, как... Как... Как чудовище, которое идет тебя сожрать? Тьфу, не шути так лучше, а то вдруг оно сидит в поле и хочет укусить нас за бочок. Да успокойся. Никто ни разу его не видел, потому что его не бывает. Все, двинули обратно. А на самом деле я чудовище. Чудовище! Чудовище здесь! Сделай что-нибудь! Зачем он его пнул в меня? Пацаны, у вас все в порядке? Чудовище проснулось! Я покатился, да? Нет? Какое-то оно не шибко чудовищное. Вблизи оно поменьше. Оно на мост поломало! Ой, блин. Ну простите, ребят, я не хотел. Чудовище! Зачем ты здесь? Чтобы вас кусить. Кусь? Вот как. Но у тебя даже рта нет. Но я все равно смогу. Да бред какой-то. Ничего не понимаю. Ты что-то не выглядишь грозно. Слушай, а разве чудовище не должно быть огромным и могучим? Я в смысле? А что не так-то? Чё не нравится? Чё по лицу получишь? Где моя нога? Хм, странно. Давай, ногу. Давайте его отпустим. Давайте, что она нам сделает? Она даже не чудовищная. Так, ладно, мы тебя отпустим. Но мост сломался по твоей вине. Давай мы тебя выпустим, а ты все починишь. Я постараюсь, не хочу, не буду. Вот как. Ну ладно. Тогда сиди дальше в клетке. А это ты видел? Это ты видел? Все еще нет желания чинить мост? Нет. Вообще никак? Да, вообще. Я вас сейчас собью. Да что ж такое? Ладно, хорошо, я починю ваш мост. Ну ладно, веди себя прилично, окей? И скажи, как мост починишь. Тарарам-пам. Ну и ладно. О, букашечка, здорово. Тебя надо собирать. Ты куда? А это что, завод муи-муи? Какие-то они странные. А чё вы это балансируете? Ну-ка. Хм. А вот если пришелиться, то ты немножко даже ужасаешь. Может, ты всё-таки чудовище, а? А это ты не хочешь? Блин, я тебе не верю. Подожди, я хотел упнуть. Сейчас тебе покажу, кто это настоящее чудовище. Это ты видел? Это ты видел? Нет, я серьезно. Кому сказано? Ну вот, все. Это можешь собирать? Блин, я надеялся. Как-то он странно передвигается, конечно. Ну ладно. Тоже какой-то дом, в который меня не пустят, да? Нечего чудище у меня дома делать. Опа, поехали.
Пацаны, лифт в подземелье. Ну блин, ну это же Локурока, вы что, не видите? Что тут, яблочко принести? Три яблочка принести, откроется дом великих Муи-Муи. Тут вообще ничего нет, к сожалению. Ну, поехали наверх. А кто нас, извините, вытягивает наверх? Там ручка-то крутится, а никого нету рядом. О, птица обнаглевшая. Птица, вы куда? Постойте, заберите меня с собой. Блин. Бульк, бульк, давайте чинить мост. Как его чинят? Путем полного погружения, да? Нет, что-то пошло не так. Я аж в текстуры заехал. Настолько все плохо. Склеивайся. Что-то там в дереве, ну-ка. О, паучок. Здорово. О, привет. Тебе что надо? Мост починить, например. Отлично вообще. Они общаются, блин, как чуваки из Дискорда. Ага. А это из-за тебя он сломался? Нет. Вот такой павук, как я, например, может просто взять паутину и сделать все нарядно. Но ты не павук. Так что удачи тебе с креативными решениями. В смысле? Ну, допустим. Ну, так на кой черт его ломать надо было? Кто накосячит, тот исправляет. Паук, ты тупой, ну честно. Ну, вот я тебе скажу, вот прям по-человечески, ну ты тупой просто. Не хочешь чинить мост? И не надо, все, я пошел от тебя. Все, до свидания. Покатились. Птички, разойдись. Чудовище катится. Это муха меня преследует, она меня пугает. Муха, не преследуй меня. Не ходи за мной. Оу, о май. Куда я попал? Почему я еду как ногами? Это нормально? Воу, магазин с павуками. Уходи. Ну ничего, дорогой, меня никуда не пускают. О, хорош, давайте в небо залетим. Опа, опа, подарок. Хорош. На один трофей, первые шаги, а что это? Куда я могу это поставить? Опа, птички. Давайте ломать яйца. Птички, вы свободны, летите! О май гад! Чито! Чито ты делаешь? Это же мои дети! Куда они делись? Я ни при чем, оно само. В смысле оно само? У тебя все ноги в скорлупе! Мое гнездо разорено, мои дети черт знает где, на грани голодной смерти! А ну найди их, отвечай за поступки! Найди одного птенчика. А почему одного? А второго что, не надо уже? Черт, зачем? Зачем они улетели? Кто меня просил, блин, пинать эти яйца? Из этого следует мораль. Не пинайте яйца, когда не нужно. Облака гнутся, как в Локуроко. Все, плюс плагиат. Фу, я чуть не умер. Что у вас вообще за гранью мира? Давайте смотреть. Опа. Хорош. Что это, канатка? Че у тебя тут? Эй, тут такое дело, туда нельзя. Да мне пофиг. Ну иди, не знаю только, как куда ты зайдешь. Ну ладно, ладно. А что тут у нас? Опа. Я готов. Ничего не происходит, это ничего не дает. Оставь меня в покое. Ну ладно. Птички, вы не птички, которые... Это что? Что там сейчас вылезло? Эй, алло. Я знаю, ты там. Значит, ты у нас чудовище. Как-то не так тебя в легенде описывают. Какой такой легенде? Легенда о чудовище. Суть в том, что в горе живет монстр. Эту сагу передает от отца сыну, а начало ее уходит глубоко в прошлое. А кто там у вас прячется за... Ну ладно. Не хотите рассказывать, не надо, я сам потом пойму. А можно залезть в трубу? Нет, нельзя.
У этого чувака такие ноги длинные. Как он вообще с ними ходит? Опа! Полетели! За яблоком! Вот, мы собрали яблоко. О, это камера! А зачем тут камера? Я ничего не делал, это все он, вот он. Ну что там с мостом? Мы к полям попасть не можем, видишь проблему? Роботы не придут, денег не будет. Ну и ладно. Вас не будет, у меня будет. Так, ладно, пойдем посмотрим, что там еще есть у нас. Так. Мне аж не верится, что чудовище существует, хотя ты нас, кажется, монстр вообще не смахиваешь. Можешь сказать даже, что чудовище не существует, непонятно. Вот и пошел отсюда, понял? Все. О, давайте наберем. Со. Со. Сейчас. С. О. С. Нет, не работает. Давайте камушек прикатим куда-нибудь. Камушек, катись. О, птичка! Здорово. Добрый день. Тебя мать зовет. Че это вдруг? Да мы в последнее время почти не общаемся. Но мне же нужно личное пространство. Ладно, пойду повидаюсь, увидимся. Хы, птичка! Найди другую птичку. Сейчас, подождите, я камушек кидаю. Ну, он тут не проедет, тут у нас колодец. Птичка, ты тут? Птичка, выходи. Может, ты в вулкане уже? Пацаны, у вас птичка не пролетала? Покатились. Таким образом, кстати, реально быстрее передвигаться. Так, с мостом мы еще не разобрались. Давайте поедем посмотрим, может, мы где-то птичку потеряли. Ну, где-то же она должна быть, правильно? Нет! Пришлите мне лифт, срочно! Я пока поставлю, кстати, яблоко на постамент, статую. Опа! Нифига себе. А я знаю, это похоже на Лунтика. Лунтики против Локо Роко. Надо будет так следующий выпуск назвать. А следующий выпуск будет обязательно, потому что я собираюсь снимать эту игру, она мне нравится, она очень клевая. И даже если вы не будете ее смотреть, мне плевать. Как сказал Пикунику, мне пофиг. Хотя я не знаю, как его на самом деле зовут, но будем считать, что это Пикунику. Поехали, пацаны. Нет, они не хотят со мной ехать, им со мной неинтересно. Камера, уйди. Хватит за мной наблюдать. Так, что тут у нас? Опа! А что это, секретка? А что это? А куда это? Опа, что я нашел? Фига себе. Чего? Превосходно, просто превосходно. Вышибли дверь, вломились, понимаешь, без приглашения. Еще и без чая оставили. Лишь одно может улучшить мне настроение. Игра в прятки. А ну найди меня. Найди камень. Ну что ж, ладно, на этом мы с вами закончим эту первую серию. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. А с вами был ChibiCPlay. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.